Radiant Team Pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Prepare for battle. Thirty seconds to battle. First blood. In the great Konbai. First blood? What is this? I came here to be tested. The battle begins. See no evil. The hell you will. Dire's top tower is under attack.
Все, отлично. Продолжаем смотреть. 1-0 у нас в игре. Бристлбэк находит у нас хорошую руну, которую он не забирает. Оставил для Дума, но нет, как видим, разбил ее. Так, ну, Дарктиру подпушилась линия немножечко. 5-й левел он сейчас получит. После этой тележки должен получить. Нет. 7 экспы я просчитал. О, боги. Ну вот, 5-й левел. Ну и у Хая все просто отлично на данный момент. Тем временем у нас снизу забрали Рубика. 2-0 становится на счет. В принципе, так и ничего интересного, наверное, и не было. Бристлбэк все так же у нас 1-го левела. Ну и отправляется обратно на линию. У нас 4F, но... Как-то, опять же, сейчас будет пробовать получать ту самую экспу. Но это будет сложно, мне кажется, для него. Сейчас опять подойдет, да. Идет уже Вич-Доктор сюда. Сейчас еще один вардецкий поставит. Да. Хотя там 25 секунд оставалось. Кому-то все равно. Есть хроносфера у Faceless Void, возможно, сейчас поставить и попробуют как-то разбить, ребята, лицо того самого Бристлбэку, но нет. Бристлбэк получает 2-й левел. Ну а спрей, чтобы не вкачать, непонятно. Может, я что-то не шарю. Ну, вроде бы как спрей должен был вкачать на единичку. Со спреем, конечно же, может пойти в леса идти. Как-то там получать левел в лесах, но... Окей. Пусть будет. Так, тем временем, как видим, Дарктир перешел в те самые леса. Есть уже у него Soul Ring. Ну и будут тут получать у нас экспу. Достаточно неплохо, как видим, все он это делает. Faceless Void покупает себе... Hand of Midas, ну и тем временем, как видим, еще раз Бристлбэка забирают. Это 3-0 становится у нас счет. Ну и, конечно же, все плохо складывается для MVP на данный момент. 1500 у Тинкера, остается еще совсем немного до травелов, если это будут травела от него. Какие-то 400 голды. Чуть-чуть совсем. Так, поставил тут вардецкий у нас, Шарлу Шаман. Ну и смог от двух саппортов команды MVP. Куда это все приведет, сейчас посмотрим. Тем временем Куху находится под тауэром, имеется хроносфера у него, поэтому вряд ли ему что-то тут угрожает. Есть там волк 3-го левела, поэтому уйдет, если что. Есть шекл для Куху. Ну, все. На этом все. Как вы просто отпугнули у нас Faceless Void, показали тут присутствие саппорта вражеской команды. Ну и Куху будут как-то действовать аккуратнее на данный момент. Так, вот. Появляется травела у Тинкера. Ну, посмотрим, что дальше будет. Дальше он вроде бы как по плану должен направляться на middle lane, но отправляется наверх.
Летает наверх, пускает машинц. Четвертого левела. Еще один сейчас машинц и улетает. Да. Окей. Тем временем, в купол попал, у нас бристлбэк. Пол лица разбили, есть телекинез, полетели каски. Каски не попадают, ну и нужно бежать, мне кажется. Поймали у нас Рубика, Рубик получил поизон. Поизон. А так, по-моему, Грейв фьюзается у нас на бристлбэка. Ну и все расходятся отсюда 2 метра. Поизон тач. Поизон атаку этого. У этого того самого. У вайпера. Ну, проблема тут у Марча, который пришел как-то помогать своим пацанам, но, как видим, он все-таки умирает. Хотя мог, конечно же, выжить, если же не прошел. Прошел, точнее, мимо крипов. Было бы все для него отличного. Выжил бы в этой ситуации. Так, ну а тут Тайтан наваливается на Т1 Тауэр. 5 игроков тут находится, обязательно для фортификации. Но мне кажется, это не поможет. На, еще один марш. Улетает у нас Тинкер. Ну и расходятся эти два парня. На другие линии. Сларк с Мидасом. Сларк дальше фармит на что-то, уже летит к нему что-то. Что-то то самое по названием ПТ. Ну и интересно, что дальше ожидает нас вот Кио. Будет ли это какой-то блиндагер? Или же через что-нибудь другое? Или же через что-то другое пойдет на слаг? Возможно, тот самый Shadow Blade нас ожидает. Проходит уже слаг на топ. Ну и Тинкер, по-моему, ошибается. Или нет? Нет, улетает. Улетает, улетает отсюда Тинкер. Так, проблемы у Марча. Марч. Марч уходит. Ну, вроде бы как должны были ловить тут у нас Тайтана, того самого Дума. Да и, в принципе, на изичах убивать, но в чем причина, непонятно. Вроде Маледик там попал, у нас нет. Да ну 1000 хп, я бы не сказал, что так очень жестко. Вот третьим майншелом, это должно нормально все заходить. Так, ку-ку. Орбит масочка имеется, дальше будет фармить на Mask of Madness. Подпушил ботом немножко. Ну и возможно сейчас Тинкер прилетит. И попробуют ребята забрать у нас бристлбэка. Ничего интересного у нас нету. Ну, опять проблемы у Марча. Ракетки от Тинкера. Нет. Первые ракетки, да? Именно так. Вот Сларк приходит, Сларк проблемы. Айншел, конечно же, очень-очень жестко колет. Тут еще и машинс, ну и минус у нас Сларк. 5-0 в исполнении команды Titan. Ну и Faceless Void отправляется наверх. Хроносфера будет или нет? Нет. У нас Шаду Шаман улетает или нет? Нет, не улетает. 7-0. Тут еще Дазла у нас забрили на мидле. Ну и еще один тауэр должен быть в исполнении Тайтана. 100 хп остается. Должны добивать. Да, и отправляется. Нет, это не Тингер, это у нас Слаг прилетает наверх. Ну да, команда перетягивается. Тайтаны перетягиваются у нас наверх. Будут забирать последний Т1 тауэр. Команды MVP. Ну и потом что-то дальше решать. Так, увидели Сларка, Бунч. Уходит отсюда два Сларк. Так, ну и опять не дефают. MVP опять не дефают свой Т1 Тауэр.
Dire's top tower is under attack. Dire's top tower is falling. Марч времени в чужих лесах, как видим, фармится. Ну и у Тинкер появляется Бинг Даггер. Ну, мне кажется, Тайтаны уже набрали свои обороты. Прыгает у нас Faceless Void, куху. Айншелл висит на нем, ну и Шадоу Шаман это точно минус. Да, минус Шадоу Шаман. А больше тут никого и не было. Вот так вот. Но MVP все-таки делают какой-то выход. Выходят они на Т1 Тауэр на мидл-лейне. Куху прыгает. Вроде бы должен сейчас брать Фарносферу у нас. Сларкан, нет, держится Адум на Куху. Больше проблемы у Куху. Куху, издается мека вот команды Тайтан. Ну и расходится, да. Бегает просто MVP отсюда. На развороте. Сларк, нет, не идет. Летит банка. Мередик там не попал у нас на это. Ну и вот, Фарносфера. Вард минус Сларк. 9-0 еще появляется регенка. Тут, боже, как же повезло. Ну, иду дальше, наверное, агрессировать тут, ребята. В этом случае. Да, нет. Нет заходит в спину Шадоу Шамана. Шадоу Шаман 6-й левел получил. Только что недавно. Меледикт, ну это точно же минус Шадоу Шаман. Прилетел сюда у нас еще Дазл. Дазл. Грейв. На себя кидает. И Дазл погибает тут тоже. 11-0. Так, Тинкер фармит все отводы команды MVP. А именно, я бы сказал так, точнее. Ну и появляется Даггер у Дума. Появляется Даггер у Дарксфера. У Дарксфера еще третий вакуум. Как видим. Который, мне кажется, уже совсем скоро свое порешает. Да, минус 2. MVP. Никак не хотели это дефать все. Ну и дальше видим доминацию от команды MVP. Нужно им дальше идти, никуда не останавливаться, дальше заходить, убивать товара, убивать Рошана и выигрывать игру. Пускаться в фарм просто некогда, мне кажется. Главное сейчас вот это самое главное понять. Так, мальчик появляется у Faceless Void. Ну вот, начинает разбивать следующий тауэр, тут, ребята, прилетает Тинкер, Машинс, ну и ничего ты под этим не сделаешь. На, второй марш. Так, ну прыгает Faceless Void, ставит отличную Хроносферу по твоим. Минус один, минус два, еще стенки потратили почему-то у нас Дарксир, проблема у Марча, минус Марч. Также проседает у нас QO, QO пока что живет, ну, вряд ли тут остается жить много. Да, минус у нас Сларк и минус Шадоу Шаман. 16-1, все-таки сделали один фраг команда MVP в этом матче. Это уже неплохо, мне кажется. С почином можно их поздравить, но мне кажется, это уже... Это уже конец, а не патч. Минус следующий Т2. Остается последний Т2 на топе, который в скором времени должен тоже упасть. Вроде бы как должны отправляться сейчас ребята наверх все. Но куда там? Какой же верх? Тут есть Рошан, которого нужно забрать. Или что это? Куху. А, Куху идет отфармливать линию. Понятно. Как же без этого? Без этого просто никуда. Имеется на Милнир уже рецептик. С Гиперстоун прикупить ему, который совсем скоро он нафармит. Да,
Марча, Марча 1200, Dagger фейзы, Сларк, Сларк, телекинез назад, уходит у нас ультимейт, ну, ничего он тут не предложит, боже, как же проседает Сларк. Это ракетка, по-моему, Дагон залетел от Тинкера, да. Ужас какой. Так, Сларк. Тем временем нас, думаю, убивают. Сларк, давай! Давай за всю команду! Рви! Телекинез. Майншелл повесили на крипа. Прилетает сюда у нас Тинкер, дает вижен. Есть догон. Есть ракетки. Прыгает у нас Рубик с Даггера на паунче. Ну и тут Грейвчилл. Вот Дазла пока что живет, минус у нас Сларк, ну и Дазл, живи, пауч, 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 минус у нас Дазл. Примерно такая же вчера игра в исполнении команды MVP была против команды Джонни Ревенш. Такая же первая игра была. То есть 19-1. Ничего не лишнего просто. Так, ну тут Аэгис есть. Бристлбека, пока происходили все драки у нас на топе. Бристлбек забрал у нас Аэгис. Надо, и разобрали у нас Рошана. Двадцатая минута. Взглянем на графики. 15 000 по голде, по XP 12 000. С кем не бывает. Ну, не рожа есть. Войда. Так. Шадоу Шаман улетает. Да, улетает. Спрятался. Вот хитрец. Испугался своей смерти. Ну, вроде бы как Тайтаны должны сейчас где-то куда-то заходить, потому что уже пора, мне кажется. Пора устраивать какой-то экшен интересный. Ну, видим, что делает у нас MVP. Это ничего называется, то есть стоят на своем ХГ. Один герой где-то байтит на кого-то, на что-то. И все. И на этом все. Ну вот, Вич-доктор нахуй у нас. Вич-доктора. Ой, точнее, Шадоу Шамана, ну и поплатится за это просто же, да. Минус у нас Шадоу Шаман. Второй фраг, тем временем у нас тут драка происходит. Минус уже Дазл. Минус Рубик. Пытается тут забрать. Минус Бристлбека, ребята, с команды Тайтана. Ну, минус Сларк. Теряет Тегис у нас. Бристлбек. Ну и минус у нас Фарев должен быть. Тут уже ГГ пишут, ребята, с команды MVP. Ну, я минус Бристлбек. Я просто развожу руками и улыбаюсь на это все. Ноль пять Дазл, 0.4.